Церемония прощания с рядовым вооруженных сил России Артуром Аршакяном началась с панихиды. 29-летний стрелок-гранатометчик 31-й отдельно воздушно-десантной бригады погиб при выполнении боевой задачи во время проведения спецоперации на Украине. Проститься с героем пришли родные, близкие и друзья. Соболезнования семье погибшего направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На самой церемонии со словами соболезнования к родным обратился военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. Горе родных, близких, родителей сегодня нельзя утешить никакими словами, ничем нельзя утешить. Вечная слава героям, пусть земля им будет. Артур Аршакян учился в 170-й школе с кадетским отделением. Там организовали уголок памяти героя. Проводить рядового вооруженных сил в последний путь пришел и его школьный учитель. Когда мне пришло известие о том, что Артура, я открыл альбом фотографий. И когда посмотрел, я вспомнил. Хороший, надежный парень. Уважающий себя, уважающий всех остальных. Любящий близких, знающий себя цель. Артур вместе со своими товарищами выступил на защиту. Настоящий мужчина, достойный уважения, гордости. Уважаемые родственники, примите искренние соболезнования. В Самаре у погибшего остались отец и мать, гражданская жена и сын. Семье будет оказана вся необходимая помощь. Артура Аршакяна похоронили на кладбище Лесное, поселка Волжский, Красноярского района губернии.